Всем привет, вы на канале «Своими руками». Ребята, день 55-й. У нас, короче, все, память заканчивается. Не знаю, короткий очень день получится. Потому что до дома, не знаю, еще завтра поедем когда. Завтра вообще не будем уже снимать. Так что один день в пролете. Он с задним числом. Через заднее число, короче, все это покажем тогда. Короче, решетку всю наколотили. Ну, сейчас, если доберемся, там глянем, все как бы. Ну, как объяснил, что там трын-трын-трын, все наколочено, там больше не смотреть, ничего. О, дождик пошел. Теперь что делаем? Теперь нам надо на край, вот где у нас водосточка, водосточная труба, на первую обрешетку добавить еще обрешетку. Ну, короче, у нас куча обрешеток будет. Нет, надо ее сделать толще. Вообще, заведомо, по идее, бы ее сделать с 35-й доски. Если 35-ка была бы, вообще бы идеально было. Это вся из дюймовки, а самую нижнюю из 35-ки, чтобы она толще была. Для того, что край как бы у металлопрофиля, он срезанный, металлочерепицы. Если сделать все одинаковые, он провиснет, и получится так вот крыша наклонена. Край-то кривой, короче, опущенный. Нам это не стоит, не надо, некрасиво это. И поэтому надо чуть повыше поднять, как бы подложечку сделать. Из чего делаем? Широкую доску, если сделать, она сильно задерется, поэтому она доска типа брусок. Брусок какой? Из дюймовки. Дюймовку распускаем сейчас пополам пару досок. И у нас будет это примерно по 7 сантиметров, по 7,5. Как быстро распустить дюймовку? Лайфхак от нас опять. Короче, разметили по центрам одну доску. Видите, я положил друг на дружку ровненько, она склеилась. Короче, на саморезы профигачил, все ровненько сейчас. Сейчас бензопилой с одной стороны прочиркиваем, переворачиваем с другой. И у нас получается две доски пополам распущенные. Это, то есть, 4 рейки по 7 сантиметров, грубо где-то, с небольшим. Ну, на шов сантиметр улетает. Да, вот такая математика. А то опять скажут там... 15 сантиметров разделили пополам и получилось по 7 сантиметров. Ни хрена себе, 15 пополам 7. Да. Сантиметр пила забрала себе. Ну и делаем типа подъемника. Короче, нам нужно примерно стартовать вот где-то, где куча отсева, от нее и на крышу. Сделать такие вот направляющие. Вот сейчас из досок сделаем, длину высчитаем, скрутим и поставим две. Чтобы по ним можно было металлопрофиль, короче, затаскивать. Очень проблематично металлопрофиль у нас. Фу, опять металлопрофиль. Металлочерепица, ребята. Металлочерепица идет 4,650. 4 метра, 65 сантиметров. Это, ну, довольно-таки длинная, и с ней очень сложно работать. В идеале вообще метра по 3 листы. Они вообще классно с ними работают, все ровно, аккуратненько. А вот эти уже с ними проблематично.
Все, ребята, вот так вот мы стаскали все железо на крышу. По два листа, железо 4,65. По одному листу очень жидко нагнется, по два тяжеловато, ну больше никак. Упрели как сусыки, идет дождь, то успокаиваться, то опять сильнее, да что. Короче, какой-то черт молится, блин, целый день, сволочь. Увидел бы, нос бы набил бы коленом, точно. Последнее время, короче, вообще, блин, погода не дает. Поработать надо два дня плотно, с утра до вечера, все. Мы, блин, неделю тут уже, блин, с херней снимаемся. Под дождь приходится работать. То сильно, то моросит, вот, в площадях работа. Короче, пачку сюда скидали. Эти два примеряли, просто стартанули. Все, отсюда будем брать, перетаскивать сюда. И закрывать вот эту половину. Потом отсюда брать и ты вот эту половину. Все. Вот так вот. Через, получается, конек боком надо. Поперек, чтобы не переломить, а вот боком разворачиваем, боком перетаскиваем. Вот такая фигня. Решетку все мы наколотили. И получается, на низ дюймовку пополам шоркнули. Вот такую вот. Вот она. Не переколочена еще до конца. И на самый низ вот бахнули. Но здесь надо вообще, получаться лучше полтора или двойку. Но у нас 25-я. Что делать? На 5 мм выше. Если ее не сделать, крутится в последнюю волну через волну. Самый низ, листы. И их вот так вот загибает. И крышу, может, обратите внимание, они вот такие вот загнутые есть. Такие вот комолые, блин. Как титьки у старой бабушки, короче. Вот так вот висят вот некрасиво. С этой маленько чуть-чуть вверх, короче. Но если не знаешь, не видно будет. Но ровненько и притянется все хорошо. Вот эту планочку надо делать. Сейчас еще нам под ветровые планки надо сделать доску приколачивать.